Прошел целый учебный год. Солнечный отдых наступит вот-вот. Мы учили самый нужный предмет на свете, который плохо понимают взрослые и маленькие дети. Но мы учились напряженно 4/4, сидели в душных классах взаперти. Год начинался с ускорения и скорости, систем отчета и прочей интересной гадости. Напомню, что тело может двигаться или покоиться. Покоиться нам неинтересно, ввиду задач пресных, не услышать от физиков про них отзывов лестных. Итак, тело двигается прямолинейно или криволинейно, то есть по кривой или прямо. Верно. Физическая величина скорость обозначается V, то есть почти объем, только за корючкой справа. Величина эта может быть постоянной, а может изменяться, как температура в комнате банной. Изменение скорости за единицу времени называется ускорение. Измеряется это физическое явление в метрах за секунду в квадрате. Хотите, чтобы записал на доске? Да, я отвечаю «Нате». Не будем пачкать доску, ладно. Базовых величин, описывающих движение, не так много. Поговорим о трении. Если бы не было этой величины, то вечный двигатель рассекал бы просторы. Тогда любой шаг был бы проблематичен. Мир был бы не структурирован, а хаотичен. А так как межмолекулярное взаимодействие, возникающее трение вследствие, отсутствовало бы. В понедельник у вас будет пикник. Смотрите, чтобы дух праздника там не поник. Закончен 9 класс. Впереди или 10-й, или техникум, из каталога взятый.